Россия сегодня. Возможно ли светлое будущее? Ой, даже не знаю, не могу ответить. Наверное, нет, я думаю. Ничего не изменит. При любой партии. Думаю, что, наверное, против него пойду голосовать. Против него будет голосовать. Спасибо большое. Ну, не знаю, так думаю, но не знаю как. Хорошо, спасибо. Спокойствие. Уверенность. Останется мало также. Что поменяется, если в мелочах как... Будущую страну. Да. Все будет дорого и дорого и дорого, как я ее могу увидеть. Все, конечно, процветает, все у нас красиво, все строит, все магазины много открывается. Нет, не смогу. С хорошей стороны. Структура поменяется, поменяется сознание общества. Все поменяется, жить я лучше стану. Никакое. Если все будет так же двигаться, то будет все еще хуже. Люди вообще зачахнут, если и мне будут платить пособие. По социально необеспеченным семьям, например, то вообще будет плохо. Вот. А как вы видите будущее России? В радужном свете. Вам нравится в России жить, или вы бы предпочли другую страну? В России, в России. Спасибо. Это вы что, меня потом по телевидению будете? Спрашивайте. Сестра пораньше. Понедельник. ЛДПР. ЛДПР изменится, конечно. Что? Русский мат войдет. Русский мат войдет в обычный лексикон, да. Отмерят ЕГЭ, я надеюсь, что я верю в партию. А если яблоко, например? Яблоко вообще, ну, я не знаю. Короче, что они делают? В России предупредительство. Подожди, так предупредительское. Дети больше никогда не будут сидеть в окна кабинета. Как вы относитесь к правящей партии? Снимайте, а? Ну подождите, вас можно снимать? Спасибо вам, пожалуйста. Нет, еще не все. Спасибо вам, пожалуйста. Еще не все. Я еще не высказала все мнение. Должно быть бесплатное.
медицинская помощь. Что за фигня? Мне даже слов не хватает. Все, все. Нормально.